Люблю это место. Кругом позитив. Наш комплекс Челомей изначально создавался с позиции заботы о комфорте сотрудников. Отвали, перчатка, сам знай. Я тут не впервой. Мы успеем на выступление? Еще и время останется. Потом на аттракцион исходим. Город Челомей расположен на платформе Икар. Передовое достижение науки. Платформа Икар была запущена в 1950 году. Тут живут и работают самые светлые умы со всех СССР, включая германскую. Чтобы попасть сюда, нужно быть действительно увлеченным и блестящим ученым. Шаг вперед. Два, шаг в сторону. Теперь еще раз и быстрее. И раз, два, шаг вперед. Раз, товарищ, два, шаг в сторону. Товарищ, помогите мне, пожалуйста. Дракон, помогите, если вообще не желаете. Чтобы правильно и красиво выполнять упражнения, ноги поставьте пошире. Вам на больше надо, там и группу найдете. Выпрямились. Да, Ося. Руки, ноги, спину. Просто идите в сторону большого здания. Чего отовсюду? А, не долетела она. Спасибо. Сынок, я что-то нашла. Опять сипуха в дереве застрял. Всегда веселюсь, когда вижу. Лети сюда. Ну, лети сюда. Навигационная система роботов непрерывно совершенствуется. Ну, заметно. Что-нибудь придумаем. Погода прекрасная. Красота. Что с твоими машинами, Андрей Михайлович? Что они у тебя разбегали? Совсем Вовчиков распустил. Поломались они с утра, что ли? Третий он особенно сбоит. Мне фасады красить к празднику, а они вон что исполнять. Да, это код управления. Я настрой. А ну, держи свинку. О, спасибо, бабуль. Код 0451. Так. Построились. И ну работать. Ух ты! Получается! Спасибо большое! С праздником вас! Доброе утро, сынок. Как настроение? Отдохнул? Доброе, Дмитрий Сергеевич. Так точно, отдохнул. Жду указаний. Как тебе твоя новая перчатка? Лучше, чем старая. Приживается. Иначе быть и не могло. Я лично разрабатывал это устройство. Будь с ней аккуратен. Она важнее, чем может показаться на первый взгляд. Так точно, Дмитрий Сергеевич. Сберегу. Сейчас отправляйся в лабораторию для завершения интеграции перчатки. Сынок, у меня много дел. Михаил Штукхаузен ведет тебя в курс дела. Я свяжусь с тобой позже. Вас понял. Товарищ майор, вам надлежит прибыть в лабораторию. В воздушном порту вас ожидает автомобиль «Турбина». Вам все понятно? Понятно, не занудствуй. Я рад, что у вас не возникло вопросов, хотя бы на этот раз. Иди в жопу, зануда. Налетай, приобретай, коллективу подключай. Товарищи! Жители платформы ИКАР и гости предприятия. Совсем скоро начнется выступление генерального директора...